Привет, друзья! Ну вот, собственно, и воскресенье. Что мы делаем? Мы сейчас процедили яблочный уксус. Вот такой вот он пока. Ну вот он сейчас маленько постоит, и гуща сядет, и он будет прозрачный. А так бабушка сейчас попробовала. Но крепость, говорит, очень даже крепко. Вот. Так что все нормально. Рецепт рабочий, можно пользоваться. Ну вот, 3 бутылки у нас нацелилось, еще, наверное, половинка точно, а даже больше тут у нас еще осталось, да? Ну, может быть, еще одна бутылка выйдет. Такая 1,25 это бутылки из-под минералки. Картошку свинье варим, на завтрак варили лапшу молочную. Кто-то макарошки вчерашние с яйцами жарили и ел. В общем, вот так. Сейчас дед с Матвеем пошли в конюшне, что ли, решетку поставить хотят на лампу, чтобы корова лампу не сломала. Скоро перегонять, уже сегодня значительно у нас похолодало, но ветра нет. Вот так вот. Сейчас хочу я пойти в теплицу виноградную, прибрать все там, чтобы уже в случае чего виноград укрывать. Вдруг резкие морозы, да, настанут. Вот. Алёша сейчас соберется, уедет на работу, у него шахматы. Такие вот дела. Больше ничего не делали сегодня вроде бы. Вроде ничего еще. Такого не делали. Давай иди, дед тебя ждет. Вон вот Вьюха тоже пойдет сейчас деду помогать. Вот, и окошко хотят они какое. А какое окошко-то ставить надо? Ты в тире, что ли? А, в тире окно какое-то. Ну ладно. Пусть занимается чем-нибудь. Положи в нашей комнате. Фади уроки делает с утра. Математику уже сделал. Да стих с дедом все учит. Не стих, а какой-то отрывок. И какой отрывок-то он учит? Светланы какой-то Светлана, говорит. Светлана, ага. Ну, в общем, не в рифму, да, он. Угу. Просто какой-то отрывок из текста не учит. Вот такие дела. Ну ладно, все. Я пошла, в общем, в виноградную сейчас теплицу. Уксус хорошо, что процедила, хоть столы освободились у меня на веранде, так эти тазы стояли, тоже место занимают. А, еще молоко мы сепарировали сегодня. Да. Просепарировали молоко, сметану сделали, сливки, все у нас сейчас в наличии. А что посудомойка ты рассказывала? Посудомойку я рассказывала вчера на стриме, но кто не был на стриме, то знаете, у нас вчера вечером приехал уже в 8 вечера мастер, поставил модуль, и у нас посудомойка загрела, греет теперь и стирает, в общем, все как обычно. Стала на свои места. Все нормально. С этим делом теперь хоть не стоять, не быть руками. Вот. Все, пошли дела делать. Так, ну что, вышли мы. Дива, он не отстает, где-то идет. Вон она, хулиганка. Два раза ее домой запихивал, но пока творог ходила этим индюкам. Процеживал туда-сюда на веранду, она все равно за мной ушла. Пошла со мной. Сегодня так дымом пахнет. То ли кто-то жжет что-то, или откуда-то опять навеяло, не знаю. Каким-то смогом пахнет. Вот, сейчас отдам, потому что сегодня сепарировали опять, а брат остался, опять поставили поросенку. У него уже 3 ведра скопилось. Короче говоря. У нас тут, видите, вчера они вытащили целый КамАЗ. Целый КамАЗ. Ну что, будете творог-то? Нет, так, так, только не драться. Только не драться. Ах, выш. Я боюсь, чтобы они меня... Ну, я вроде в перчатках сегодня, не клюются. Могут клюнуть. А вот уже за ногу. Да что вы делаете? Вообще. Нельзя клеваться. Так, вы в какую сторону открываете-то? Ну-ка, или это вы держите так? Или это я не туда открываю? Ёшкин кот. Все, пошли. Вы что такие голодные, что ли, с утра-то? Вот видишь, не туда. Что-то я не могу с вами ничего сделать. Вообще. Как будто их сегодня не кормили сроду. Так, может вы меня пропустите? Я не могу даже понять, куда дверь открывается. Ну, уходите. Ну, что называется, редко сюда хожу. Пойдем. Пойдем, пойдем. Ну, и что? И что все такое-то? Вот вы лошади-то, а? Ну. Так я и хочу поставить вам здесь где-нибудь, чтобы поели. Да ну вас нафиг, ешьте из ведра. Сейчас перевернут ведь, а?
Они такие же тяжелые, на ногу наступает, ногу больно. Ага, сейчас уроните ведро-то. Ай, 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 что творится? Учухались. Ах ты, плюешься-то зачем? Да палец мне успела клюнуть. Да, вот так, поросюхи. Ну все, проливаем, проливаем, проливаем. О, с пола-то вкуснее, да? Давайте тогда я все-таки в корыто вам. Ну отойдите, блин. Айда. Вредины. Вредины, вредины. Сегодня они мне не дают сделать дело. Вся обрызгалась тоже. Все, пусть идет. Фу, блин. Боря меня тоже услышал, что я тут кричу. Тоже захрюкал что-то. Такие дела. Ну ладно. Все, теперь можно идти в теплицу. Пошли, девайсик, пойдем. О, сегодня еще думали, может замульчировать все-таки чеснок с луком хотя бы слоем сантиметрика 3-4. Ну не знаю, как успею сейчас сначала с теплицы. Ну вот это вот все показываю вам, чтобы вы посмотрели первоначальную ужасную ситуацию, что тут творится. И, пожалуй, сделаем мы вот так. И хоп, и все убрали. В общем, вот так вот на камеру это бывает быстро и легко. На самом деле провозилась, не знаю, ну час провозилась, нет. Все убрала пока, потом виноград поприжимала уже, чтобы потом только утеплить и все. Ну, я не знаю, состоятельные-то кустики у меня получается раз, два, три. Ну, вот этот, не знаю, тоже на нем виноград был, но он какой-то невкусный совсем, кислый виноград. Короче говоря, все, вот эту теплицу мы убрали, прибрали. Ну, я чистила, Алеша убирал мусор, вот еще маленько у него осталось, он два мешка унес мусора этого, ботвы всей набрал, а сейчас ему уже пора ехать, поэтому не доубирал, завтра доубирает, когда это свободное время будет. Все, ну вот, все, справились с этим делом. Пошли дальше, буду сейчас просеивать немножко перегной и попробую замульчирую гряды с чесноком и луком. Помощник пришел, только без шапки. Не торопись, не торопись. Вниже держи, а то больно так руки-то высоко поднимаешь. О, да, заканчиваем мы уже. Последнюю грядку. Тяжело, а ты думал, все легко. Вот, значит, смотрите, вот они все грядки наши. Не знаю, будет ли толк или нет от нашего мульчирования. Что-то ты все высыпаешь, дорогуша. Ладно, ладно, все. В общем, вот так вот. Ну, зато красивый, явно, да, удобрили. Так вот. Так, ну что, друзья, в общем, вечер уже без 15:08. 8 у нас начинается с Матвеем занятия по физике, как каждый день мы так назначили. Он приходит у меня к 8, четко все, как на урок. В общем, а до этого, что я делаю, я только что закончила гладить и разносить вещи по полочкам. Он не вырвется. Вот, так что все. Прогладила все, что было. Целая гора была. Все выгладила. Наверное, часа 3 точно гладила. Вот. Такие дела. Еще мы на обед, что мы делали? Из фарша, в общем, делали ежики с добавлением риса, фарш с рисом. В общем, вот такие ежики делали в подливе.
И делаю я им горячие бутерброды. Уже все съели, я даже не успела снять ничего почему-то. Не знаю, забыла. Вот, сейчас, в общем, мне что осталось? Мне осталось поснимать для вас маленько ролик на дела хозяйские, потому что, в общем, надо снять, начать. Сегодня буду снимать эти семена от партнера, которые пришли. Так что на делах смотрите, если интересны семена, какие я взяла. Вот, так что вот так. А потом в баню. Матвей уже и с Ефимом сходили, они хотя и вчера были в бане, но решили сегодня пойти, им понравилось париться, в общем, пошли в первый жар в самый, попарились, пришли сейчас, и вот Алёша только что тоже приехал с работы, сегодня недолго шахматы у них шли, в общем, недавно приехал, пошел сейчас управляться, и пойду тоже с Фадеем уже в баню, ну, а мы, как всегда, после коровы пойдем, ну, вот сначала с Матвеем мы физику почитаем, ну, мы минут где-то 50 с ним занимаемся физикой, а потом уже идем к корове где-то без 10-9, а потом уже все остальное. Кто в баню, кто что делает. В общем, вот такие дела. Завтра у Матвея еще урок будет с утра, видеоурок. Я уже говорила, не говорила, не помню. Но факт, что по-русскому будет завтра видеоурок в зуме, наверное. Ну, наверное, в зуме. Вот, в 10:30. Ну вот, еще 3 дня ему посидеть осталось, а там, глядишь, в школу пойдет. Кончится дистант. Такие дела. Сейчас буду рыбок своих кормить, поить, так сказать. Вон они плавают. Красавицы. Блестящие. Вот. Ладно, все, друзья, на этом день сегодняшний закончим. И опять у нас неделя с вами завтра начинается новая рабочая. Так что всем успехов на этой неделе, чтобы никого тоже на карантин не садили. Чтобы все были здоровыми, главное, да, потому что сейчас вот опять такой нехорошая тенденция по этому вирусу. Так что держитесь все, будьте здоровы. И все. Давайте на сегодня все. Пока-пока.